Константинов в курганах Пазырской культуры. Вообще говоря о пазырской культуре, нужно сказать, что это действительно уникальное наследие, которое вот было обнаружено в горах Алтая. И многие вот объекты, найденные в пазырских курганах, сегодня стали таким мировым достоянием. И, наверное, такой важным фактом является то, что сегодня вот сокровище пазырской культуры, как одна из номинаций, включена в предварительный список ЮНЕСКО, культурного наследия ЮНЕСКО. И важно, что в целом, вот, конечно же, это ранний скифский период, но в целом сама вот местная культура, которую исследователи назвали как пазырская культура, она имеет некую такую самоценность отдельную по сравнению с другими объектами близлежащих территорий или же территорий, которые находятся на более отдаленных каких-то вот, на расстояниях. Но, тем не менее, наверное, из огромного количества вот таких сохранившихся артефактов, там и ковры, там и колесница, там вообще предметы утвари, там быты и так далее, это конская упряжь, вообще одежда и так далее. Конечно же, уникальными являются музыкальные инструменты, так называемая пазырская арфа и, конечно же, барабан найденный. Меня попросили перевести на русский язык статью известного исследователя Бо Лавергена, посвященную пазырской арфе. Эта арфа была найдена в середине прошлого века известным археологом Сергеем Ивановичем Руденко. Я раньше никогда не слышала об этом музыкальном инструменте, поэтому мне было очень интересно работать со статьей и открывать для себя новые факты о жизни, о культуре, которые существовали на территории нашего Алтая. Во-первых, для меня стало открытием сходства пазырыкской арфы и арф, изображенных на ассирийских настенных рельефах, которые сейчас хранятся в Британском музее. На одном из рельефов изображен член придворного оркестра города Элама Мадагду, который держит в руках похожую арфу. Сходства между пазырыкской и ассирийской арфой были уже описаны Руденко, однако эти сходства больше касаются общей структуры инструмента. Детали же пазырыкской арфы настолько часто повторяются, и они настолько закономерные, что, по мнению Лавергрена, можно говорить об существовании устоявшейся традиции, которая была характерна для данной местности. Только одна деталь, закругленные ладьевидные концы, отсутствовала у ассирийской арфы. Однако такую ладьевидную форму мы можем встретить у китайской арфы, которая относится к периоду династии Тан и хранится в настоящее время в хранилище Шосойн в городе Нара в Японии. Отличия между всеми этими арфами, конечно же, существуют, однако сходство просто очевидно и поразительно. Все это говорит о межкультурных связях тюркского народа с другими древними цивилизациями, а учитывая то, что пазырыкская арфа была захоронена в одной могиле вместе с вождем, то и о высоком статусе музыки в те времена. С 19 по 21 февраля 2017 года команда нашего проекта, я как консультант по археологии и Айдар Чурупов как мастер по изготовлению музыкальных инструментов, осуществили поездку в Санкт-Петербург, в Государственный Эрмитаж для ознакомления и работы с оригиналом пазырыкской арфы, вот, которая была найдена в 1947-48 годах на могильнике Пазырык в Луганском районе. Вот, и находится на хранении в Государственном Эрмитаже. Вот мы отправились для работы именно с самим оригиналом, чтобы изготовить максимально точную копию этого музыкального инструмента. Благодаря поддержке сотрудников Государственного Эрмитажа мы работу эту довольно успешно выполнили. Нам удалось очень детально поработать с этим инструментом, измерить все его какие-то особенности, отметить его, вот эти все детали.
И кроме пазырикской арфы, нам еще удалось поработать с инструментом, который был найден при раскопках на могильнике Башадар в Вангудайском районе Республики Алтай. Вот этот инструмент, он сохранился гораздо хуже, чем пазырикская арфа, то есть там сохранились только его фрагменты, но в целом он, форма его реконструируется, и она вполне аналогична, практически точно аналогия вот пазырикской арфы. То есть это вот два инструмента, они примерно относятся к одному периоду историческому и имеют аналогичную конструкцию. Вот. И хотелось бы выразить благодарность главному хранителю пазырикских коллекций в Государственном Эрмитаже Елене Владимировне Степановне, которая нас очень приветливо встретила и дала возможность вот детально проработать все вот эти вот моменты. Более обертоновый звук дает он. То есть, это... Изображение этого похожих инструментов, они же все на плече висят. Постоянно. Мужчины играют. Что, ремень? Ремень. Правда, еще с палочками. Она же неудобно там. Чисто перфорационный какой-нибудь крепеж, который надо поставить. Как Эльвира Маратовна сказала, я родился вблизи пазырикских курганов, из рода алматов я. В свое время, работая в школе учителем, мне пришлось сталкиваться с вопросами, которые касались раскопок и самой культуры пазырикских курганов, которые, все вы знаете, являются всемирно известными по научной ценности. И в свое время мне посчастливилось пообщаться с земляками, которые участвовали в раскопках. Но среди этих людей были мой отец, Атагазов Михаил Иванович, он много рассказывал, Арсений Васильевич Сана, заслуженный работник сил хозяйства, директор совхоза Советский Алтай, он был. Мамаев Иосиф Табучик, тоже он мне рассказывал. И по их рассказам, конское сохранение, не сохранилось, там лежали скелеты 10 коней, ну, узды, там, снаряжение, они сохранились во льду. И вот когда вскрыли саркофаг, в саркофаге лежали мумии, прекрасно сохранившиеся мумии мужчины и женщины, причем на мумии мужчины цвет кожи даже сохранился, представляете, обычно у мертвецов кожа темнеет же, а у него даже цвет кожи сохранился, и правая сторона была его татуирована. И внутри погребальной камеры вместе с изделиями из тканей, из шелковых тканей, лежали изделия из войлока, вот, украшения. Лежали 4 шубы женские из чистого горностая. Одна шуба из белки, одна шуба из соболя. И одна шуба из выдры. И лежали женские меховые сапожки к подошвам, которые были пришиты вот эти бусы из перита, драгоценного металла. И здесь же во втором кургане лежал, не лежал, а извлекли музыкальный инструмент, похожий на современную арфу. Не Мамаев Йосиф, вот отчество я забыл. Да, он... просит меня, его живых тоже нет. И вот он рассказывал, что извлекли музыкальный инструмент со струной. Ну, по-алтайски он сказал «Кылду ойн чхандеп». «Кылду». Вот он, Мамаев Иосиф, мне сказал. Вот его фотография. Вот его фотография. Потом еще в то время... По утверждениям Рутенко, еще там лежал барабан маленький, роговый. Но теперь исследователи пришли к мнению, что это не барабан, а чаша из рога. Ну, там споры идут. Если там была мембрана кожаная, это значит барабан. Видимо, инструменты, они разные были. Может быть, она была
просто двух-трехструнная, а подразумевают сразу шесть струн. Потому что там, потому что там еще внутри лежали еще струны, длинные струны. И этот инструмент неизвестный лежал. Потом Алексей Григорьевич, я говорю, Алексей Григорьевич, а бу ганды, ой нотхы. Он говорит, он ады чадан деген сразу. Чадан деген. Жолда имеш неме білер жинал? Неме білер он арджанан айдейд. А чадан, что удивительно, всегда чей-то қылды. Почему? Опять, понимаешь, вопрос рассыпается. Семиструнный мой чадан. Поясли чатан, так... Но, он и сказал это чадан. Потом я попросил сотрудников, напишите, что это инструмент с чаданом.